Всем здравствуйте, всем привет. Спасибо, что вы заходите ко мне в гости по-прежнему. Я вот долго болела. Теперь вот прихожу в себя. И я благодарна всем, кто ко мне присоединился. Мне очень приятно. Это очень меня поддержало все время. Я вам благодарна. Спасибо еще раз. За то время, пока я болела, очень много было всяких интересных роликов, и до болезни мне хотелось сделать ролик такой, как «Бежала за шлейфом». Было очень много таких роликов, и мне было что сказать и есть, поэтому мне и хочется немножко вернуться назад, тоже снять такой ролик, поэтому, надеюсь, будет интересно. И хочется сказать еще такую вещь всем, кто болеет сейчас вот этой нашей редкостной болезнью нашего времени. Я вам желаю скорейшего выздоровления, здоровья вам, силы, терпения. От себя могу сказать так, что лечения как такового нету, да, все мы это знаем. Это грустно, если болеете сложно, допустим, вот как я. Вот, но осмелюсь дать такой легкий совет, что когда очень сильный кашель, пользуйтесь ингалятором, очень помогает на самом деле. Мне во всяком случае помогло, стало легче. Вот, ну, может быть, кому-то пригодится. Здоровье всем еще раз. И давайте начнем. Шлейф, да, я бежала за шлейфом, но это слишком громко. Это было много лет назад. Я вела ребенка в школу, он ходил в начальные классы, и обратно шла, и вот я шла за какой-то мамочкой, и до меня долетал, ну просто мне казалось, это нечто невероятное, я такого не слышала, ну и тогда я так не увлекалась, но шлейф меня очень привлек, и уж насколько я был такой стеснительный человек, я подошла к этой мамочке и спросила, чем от вас пахнет, ну, просто очень красивый запах, и она мне так быстренько into you, Calvin Klein, и все, и побежала. На тот момент почему-то я не смогла найти этот аромат, но прошло какое-то время, и вот это into you как-то так осталось, запомнилось, и я увидела в буклете, в журнальчике, и там какая-то такая маленькая миниатюрочка, буквально 5 мл, я заказала, и да, это тот самый запах, и я наслаждалась, и, конечно, уже потом через сайт заказывала, вы не поверите, у них, по-моему, есть и 150 мл, и 200, такие большие бутыли, у меня был самый большой, это 150, и поверьте мне, я его израсходовала до дна. Сейчас у меня уже вот как давно стоит этот красавчик. Здесь у меня, ну, я не знаю, может, 20 мл уже как осталось. Но если сказать, когда я с ним познакомилась в первый раз, это было, ну, если моему ребенку сейчас 16, начальные классы, да, ну, грубо говоря, лет, ну, около 10 лет назад я с ним познакомилась впервые. Это потрясающие цитрусы. Бергамот, грейпфрут, лист смородины, орхидея, кактус, амбра, ваниль и кедр. Но, как и я чувствую, знаете, здесь что-то... Ну, это цитрусы, это потрясающий такой взрыв, и вроде бы... Но они такие неприторные, они такие свежие. Кедр в какой-то момент дает такую, знаете, для меня лично такую, как бы, ну, сексуальность, что ли, да, хочется так сказать, очень привлекает внимание. Комплиментов на этот парфюм было очень много. Вот, я сейчас не смотрю, и, ну, естественно, я не выходила долгое время, магазины у нас закрыты, вот, но как только у меня появится возможность увидеть, я бы с удовольствием посмотрела, продается ли он, насколько это сейчас актуально, я знаю, что на сайтах купить его возможно, вот, ну, вот, да, такая история, я за ним, можно сказать, бежала, вот.
Потрясающий аромат. До сих пор нравится, вы знаете, я сейчас даже сегодня подышусь. Ой. Ой, ребята, ну это очень классно. Вот представляете, есть такие ароматы, которые спустя годы берешь, и он все равно нравится. Он по стойкости очень хороший, и шлейфит потрясающе, очень нравится. Классный. Вот такой вот мой аромат, так скажем, когда я осмелилась и подошла и спросила. Спасибо вам за внимание. Увидимся.